Привет, друзья! Макс здесь, и сегодня у нас следующий урок русского произношения и диктант. Сначала я хочу сказать, молодцы, ребята, которые сделали предыдущий диктант. Это Fun of Languages, Shaney M, American Study in Russian и Chad Andrews. Молодцы, ребята, отличная работа. Сначала давайте послушаем предыдущий диктант. Угу. Привет, какие планы на вечер? Наверное, пойду в кино с другом. А у тебя? А я хочу сходить в театр. Круто! Итак, давайте начнем с глаголов. Мы здесь имеем два глагола интересных. Это «пойду» и «сходить». Итак, «я пойду в кино». Угу. И «я хочу сходить в театр». В чем разница между ними? Оба эти глагола совершенного вида. И «пойду» — глагол однонаправленный. То есть, когда мы говорим «я пойду в кино», мы подчеркиваем факт своего отправления и начала движения. «Я пойду». Когда мы говорим «я схожу в театр», «я схожу в театр», то мы имеем в виду многонаправленное действие. То есть «я схожу в театр» и «я вернусь». То есть нам важен здесь результат того, что мы сходим в театр. Угу. А здесь «пойду» мы не уверены, вернемся мы назад домой или мы пойдем потом в бар, а потом на дискотеку. Итак, «я пойду в кино» или «я схожу в кино». Почему сходить? «Хочу сходить» — это выражение настоящего времени. Глаголы совершенного вида не имеют настоящего времени, только прошлое и будущее. Поэтому, если мы хотим сказать что-то о настоящем, в настоящий момент, мы должны использовать глагол, например, «хочу». «Я хочу сходить». «Хочу» плюс инфинитив «сходить». Либо мы можем сказать «а я схожу в театр». То есть две опции у нас есть. «А я схожу в театр», «а я хочу сходить в театр». Итак, что еще интересного мы здесь видим? «Какие планы на вечер?» Это очень популярная фраза, как спросить о том, что ты делаешь сегодня вечером. Мы можем сказать, что ты делаешь сегодня вечером, или что ты будешь делать сегодня вечером, какие планы на вечер. Следующее слово это «наверное». И когда мы произносим его быстро, мы отменяем последнюю гласную. Наверное. И также мы меняем О на А, потому что ударение у нас здесь. Наверное. Отлично. Дальше. Пойду. Конечно, здесь идет «а», потому что ударение на «у» — «пойду». В кино. Мы здесь «в» меняем на «ф». Звук «в» на «ф». Потому что следующий за ним звук «к», «к», он глухой. Глухой. Поэтому мы меняем «в кино». Угу. Дальше.
с другом, с другом. Здесь мы делаем наоборот. Мы меняем звук «с» на «з». С другом, с другом. Почему? Потому что звук «д» у нас звонкий. Итак, звонкий. Поэтому меняем на «з». В кино с другом. Дальше. А у тебя? А у тебя? А у тебя? 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 А у тебя? Когда мы произносим быстро «а у тебя», мы часто отменяем вот эти две буквы «е» и «б». Почему мы это делаем, я не знаю. Просто потому, что мы говорим быстро. А у тебя, а у тебя, а у тебя. Следующий момент – это, конечно, мы должны заменить здесь «о» на «а» с «другом». Пойду в кино с другом. С другом ударение на «у», поэтому здесь «а». В кино с другом. Следующий момент. А я хочу сходить. Конечно, здесь мы меняем на «а» все по тому же. Стресс, ударение здесь. Сходить. То же самое. Сходить. Поэтому мы меняем здесь «о» на «а» звук. Я хочу сходить. В театр. Интересно. Снова, смотрите, в кино, в театр. Этот звук глухой или звонкий? Дзинь-дзинь. Т-т-т. Глухой. Звонкий звук «д». Д-т. Д-т. Т глухой. Поэтому мы тоже меняем звук «в» на «ф». В театр, в театр, в театр. Угу. Последнее слово – это «круто», «круто». Здесь нет ничего необычного. Мы также меняем «о» на «а», потому что ударение здесь, на «у». Итак, отлично. Давайте теперь попробуем это все проговорить. Хорошо? Итак, повторяйте за мной. Привет! Привет! Какие планы на вечер? На вечер. Наверное, пойду. Наверное, пойду в кино с другом. Угу. Почувствуйте вибрацию с другом. В кино с другом. Отлично. А у тебя? А у тебя? Угу. А я хочу сходить. А я хочу сходить в театр. Театр. Супер. Круто. Круто. Теперь повторяйте вместе со мной одновременно. Хорошо? Привет. Какие планы на вечер? Наверное, пойду в кино с другом. А у тебя? А я хочу сходить в театр. Круто! Итак, следующий диктант будет о России и алкоголе. Сколько пьют русские?
как много они пьют, мы узнаем из следующего диктанта. Я с вами прощаюсь. До встречи. Пока-пока. 29% россиян никогда не пьют алкоголь. 30% пьют реже раза в месяц. 16% раз в месяц. 18% 1-2 раза. 6% раз в неделю. 1% опрошенных граждан России стесняется отвечать на такие вопросы. 29% россиян никогда не пьют алкоголь. 30% пьют реже раза в месяц. 16% раз в месяц. 18% 1-2 раза. 6% раз в неделю. 1% опрошенных граждан России стесняется отвечать на такие вопросы.